сейчас мы с вами гуляем по парку Курахина дача. Это место получило свое название, потому что раньше здесь располагалась дача князей Александра и Алексея Куракиных. Это довольно крупный парк размером 20 гектаров на станции метро Ломоносовская в Невском районе Санкт-Петербурга. Сейчас мы узнаем его чуть-чуть поближе. Несколько лет назад парк представлял собой довольно унылое зрелище. За деревьями никто не ухаживал, не то что не подстригались кусты. Деревья не подготавливались на зиму, не стриглись лишние ветки. Водоемы наполнялись мусором, высыхали и превращались просто в гнилые ямы с мусором. Детские площадки тоже представляли собой совсем не место для времяпрепровождения детей. Они в какой-то степени даже были опасны. Вот так вот выглядел парк несколько лет назад. Недавно на Куракиной даче закончили капитальный ремонт. Детские площадки реконструировали, а также поставили новые. Все зеленые зоны теперь выглядят надлежащим образом. Водоемы прочистили, и теперь они выглядят намного лучше. В настоящее время этот парк является прекрасным местом для отдыха с семьей в любое время года. Неважно, зимой или осенью вы сюда придете, в любом случае здесь можно получить удовольствие и хорошее настроение.